так, ребята, все очень просто. Берете фосфатик и вот такую вот водоросли зачерпывает. И выбрасывайте на берег. Вот так. Сейчас вы увидите. Я вам первый раз уже забросил. Вот. И уже вот такое количество насобирал их. Так. Вот так трясете. Они там выпадают. Вот. Вот это то, что нам надо. Туда же мотыль попадается, две мотылинки собрал. Вот, смотрите, вообще крупняк. Вот она такого зеленого цвета. Видали? Вот коробочку. В принципе, его много заготавливать не надо. Так как оно долго не живет. Даже воды не набираю туда. Вот. На рыбалку хватит. Вот, два раза или три зачерпнули вас. Три десятка их есть, в принципе. Много и не надо. Вот. Вот так, сейчас я наберу, пойду потом ловить в плавочную. Так, ребята, видите, как она на крючке. Вот такой размерчик, то что надо. Люди увлекаются крупными насадками, а не понимают, что мелкую вот такую стрекозу можешь даже и лещ клюнуть. Вот. И даже карп. Размер крючков я использую или 16, или 18. 14 это уже для червей. Сейчас забрасываю. Живописное место. Не правда ли? Сижу под церковью. Милостями прошу. Киньте пару лайков. Христа ради. Буду очень благодарен. Ну вот, ребята. Первый улов. Так, кстати, хотел вас предупредить. Близко к дну вот эту личинку не подводите. У нее такие лапки, она ими очень быстро цепляется за все, что только можно. Поняли, да? Все, сейчас мы этого отпускаем и будем дальше. Так, ребята, прошло 10 минут и такой ливень начался. И он тучам еще конца и края не видно. Я такой пинцет себе тут нашел. Вот мои стрекозки. Не знаю. Посижу тут, может пережду. Еще что-нибудь словлю. Хорошо такие штучки делают. Надо мной тут мост пешеходный через реку. Я тут сижу. Ну все, будем ждать. Закончится, еще может половлю. Ну что, ребята, дождь закончился, внезапно начался, внезапно кончился. Но ветер не стихает. Я пойду еще попробую что-нибудь поймать. Не знаю. Может, сейчас опять начнется. Ничего не там все затянуло. Смотрим, что получится. А там траву косят коммунальные службы. Им вообще безразлично, дождь, не дождь. Так, ребята, еще один окунь попался. Я смотрю, это нажив, а окунь вообще супер выступает. Хотя моя задача была это поймать плотвичку. И я в проводочку сейчас попробую. Настоящее у меня не получалось. Да. Так что 2-0. Пользую рыболова. Только я это сказал, и опять ливень начался. Боже,
Ну это вообще крупный. Такое ощущение, что я буду каждые 10 минут убегать. Так, ребята, бегу прятаться. Да, ребят, в моей норке здесь уютно. Боже. Я так понял, через каждые 10 минут я буду прятаться, потом убегать, окуня быстро ловить и прятаться опять. Не знаю. Не знаю, еще пару рыбок, которые поймаю, и свернусь. Потому что это что-то. Я такой крупный пошел, но сейчас замолк. Тут горизонт везде весь мокрый, в тучах. Вот, ребята, вам показатель. Вы скажете, мелочь, да? А я говорю, что это праздник какой-то. Видите, на эту личинку стрекозы клюет уже два вида рыбы. Ну, а я знаю, что клюет, да, много больше. Вот. У меня знакомый, недавно познакомились. Ну, как, на рыбалке. Общаюсь раз-два. Так он уже за этот сезон поймал 16 карпов. Вот. И самый большой у него был, ну, чуть меньше 9 килограмм. Вы поняли, да? Лещей он вообще за рыбу не считает. Да. Так что вот плотва. Но это говорит о чем, что... Ну, это плотва. Это было проходящее туда-сюда. Вот когда она... здесь большая появится, я ее все равно поймаю. Вот. А товарищ мой ловит на летней мормышку кивковую. Именно вот такой с подсадочкой. Вот что у нее перенял. Вот эта стрекоза. Он мне показал, как ее добыть. Первый раз у меня вообще не получилось. Потом мне сам пришел, сам мне ее добыл. И все, и пошло, и поехало. Так что, ребята, берите на вооружение. Опять, ребята, 25. Уже третий дождь. Я не буду себя унывать. Сейчас пойду домой. Соберусь. И на ночь выйду. Буду целую ночь сидеть. Может, дождя не будет. Но уже буду на убийце карася ловить. А дальше вы увидите. Все, ребята, до новых встреч, ставьте лайки, кому понравилось. Так, ребята, хотел уходить. Ай, зацепилось. Крючок за сумку. Ну, поняли. Лотва, уже покрупнее. Хорошо. Не, я ночью выйду сегодня. Все. Привет.